Стоимость драгоценных металлов резко выросла на вчерашних торгах после того, как Бен Бернанки заявил, что улучшение состояния рынка труда в США потребует от Центробанка дальнейшего стимулирования экономики. Ожидание новых финансовых вливаний и дешевая долларовая ликвидность вновь укрепили желание рынка инвестировать в золото и покупать серебро. На торгах в Нью-Йорке стоимость апрельских фьючерсов на золото выросла на $38 от минимального уровня в Азии 1655 $47 за унцию до отметки 1693 $50. Серебро также продемонстрировало рост, подняв котировки от $32 до $32.91 за тройскую унцию.